Здравствуйте, 3 июня, 9 лунный день, созди Санчера с элементом Земли. День для новорожденных, день со знаком Дашнимы, благоприятен во всех благих начинаниях, размышления, медитации, обращаться к учителям, наставникам, молитвам, ритуалы почитания хозяевам местности, призыванием долгой жизни, благосостояния, начало обучения, приручения животных, установления фундамента в строительстве, борьбы со зависимыми болезнями, бурение скважин, посадка семян деревьев, путь, дорогу, в конкретных делах. Ребенок, родившийся в этот день, будет благоречивым, достатке, где бы ни был, будет счастлив, отличаться резким и жестким характером. День неблагоприятен стоять младенца на ноги, подписание контрактов, соглашений. Благоприятен для людей, родившихся будет коровы, змеи. Неблагоприятным годам лошади, мыши, зайца. На верхнем березке дынкурдуване, комбок мышцы сунды, баим намсре, диважн дуване, очуване сунды. Воздержитесь от всех оскверняющих вещей в честь рождения, просветления и паранирваны годы.